Сорт томата «Северное сияние». Это среднеспелый, среднерослый сорт томата. Вот такие вот красавчики, крупноплодные. Созревают они, сначала становятся желтыми, и по мере созревания все больше и больше добавляется розового цвета. И в конечном итоге он становится практически весь розовым. Плоды в среднем 300-400 грамм. Томат салатного назначения, очень вкусный получается из него салат, также соус, потому что томаты очень и очень сладкие, очень вкусные. Плоды плоско округлые, но иногда бывают вот такой вот неправильной формы. В разрезе томат тоже очень красивый, такие вот розовые разводы на оранжевом фоне. Томат многокамерный. По вкусу очень, как я сказала, очень-очень сладкий, очень вкусный. Вообще прелесть. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. И предназначается он для салатов, для приготовления различных соусов, паст. Выращивайте с удовольствием такой сорт, вы останетесь очень довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.